какая полезная у нас корзина. Тут яйца, перцы трех видов, бэби морковочка, орехи, хлеб, семечки. Я сейчас сделаю, как они называются, крылышки, арбуз, огурцы, яблоки, 2 мешка, помидоры, 2 мешочка. То есть мешок персиков и нектарин, ананас очень большой, 3 коробочки клубники. И, в общем-то, да, здесь что еще, зеленый лук, там еще листья салата. И очень интересная вещь, я вам потом расскажу об этом подробно. Вот мои покупки сегодня. Почти $100, 90 с копейками. Здесь нет ничего, кроме овощей и фруктов. Ну, единственное, что здесь вот яйца, рис на $5 всего лишь. И $10 крылышки, которые он сейчас съедим. Вот это, ну и кетчуп. 3,50. Итак, ребята, вот мои покупки уже упакованы красиво в машине. 2 ящика с овощами и фруктами. Здесь тоже у нас 3 коробочки клубники и 2 пачки яиц, арбуз, рис, как я уже говорила, крылышки на ужин, семечки, кетчуп, 2 пачки хлеб и чипсы. Все, поехали на ужин.